Дамы и господа, представляем вторую пару международного турнира Asian Warriors in OFC между бойцами Казахстана и Кыргызстана весовой категории 61,2 килограмма. В синий угол приглашается Айжигит Ястреб Эркебайоно. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? И его соперник в красный угол приглашается Талгат Таха Халмурада. Боец 175 сантиметров, 62 килограмма, 19 лет, мастер спорта по боевому джиу-джитсу, мастер спорта по валетудо, чемпион Кыргызстана по боевому джиу-джитсу, чемпион Кыргызстана по валетудо. 2 победы, 0 поражений. Кыргызская республика, город Ош, команда Жас Куч, Айжигит, Ястреб, Эркебайоно. Боец выходит в октагон с желтой карточкой за перевес. И в красном углу октагона боец 175 сантиметров рост, вес 61,2, возраст 24 года. Мастер спорта по боксу, мастер спорта по жектеже, чемпион Казахстана по боксу, чемпион Казахстана по жектеже, победитель международных турниров по ММА Алаш Прайд. 3 победы, 1 поражение. Казахстан, город Алматы, команда Намес Талгат Таха Халмурада. Бойцы, правила знаете, слушайте все команды. Позвоночник толстый был, не бьет. Черный цвет ему не хватает, слушайте все команды. Пожали ручки. Покажите достойный бой. Спасибо вам. Аплодисменты!
Thank you.
Thank you.
последним решением судей. В этом бою победу одержал боец в красном углу октагона Талгат Таха Халмурада. Наши поздравления, призы и подарки, памятные дипломы от наших спонсоров и партнеров сегодняшнего турнира. Я напоминаю, что партнер компании «Октагон Промоушен» — компания ABC Group, магазин спортивной одежды «Казахтин», сеть фитнес-клубов «Fidelity Fit & Well», магазин спортивных товаров «Казахбоксинг».